Здравствуйте, в эфире ежедневная программа «13 регион» в студии Шакир Умаров. Сегодня мы расскажем о том, что произошло в Шымкенте области за последнее время. Наша съемочная группа зафиксировала несколько происшествий, но обо всем по порядку. . 750 правонарушений выявили сотрудники Мактаральского РУВД с помощью камер видеонаблюдения. На территории района установлено 35 камер наружного наблюдения, подключенных к мини-ЦОУ, 20 из которых в городе Жетысай. Отметим, что здесь центр оперативного управления был создан в 2015 году. Он оснащен современной техникой и позволяет полицейским в онлайн-режиме обеспечивать порядок и раскрывать преступления. В прошлом году с помощью камер видеонаблюдения мини-ЦУ было раскрыто несколько преступлений. В том числе был задержан водитель, который скрылся с места ДТП. Так, в полицию поступило сообщение о наезде на пешехода. Водитель на автомашине Audi совершил наезд на пешехода и скрылся с места ДТП. Потерпевший от полученных травм скончался на месте происшествия. Данный факт зарегистрировали по двум статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и оставление места ДТП. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские с помощью камер видеонаблюдения установили и задержали подозреваемого 1989 года рождения. В настоящее время мужчина по решению суда приговорен к 3 годам лишения свободы условно. Также с помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции ежедневно осуществляют контроль по охране общественного порядка. Полностью тронут. Выявляются нарушения правил дорожного движения, мелкого хулиганства и других правонарушений в рамках нулевой терпимости. Только с начала 2018 года, благодаря камерам видеонаблюдения, на территории района выявлено более 750 административных правонарушений. Установленные на оживленных улицах видеокамеры помогают полицейским оперативно реагировать на различные правонарушения и успешно бороться с преступностью в одном из самых густонаселенных районов области, говорят полицейские. Дорожно-транспортное происшествие произошло в центре Шымкента. На проспекте Республики столкнулись Volkswagen и Mercedes. По нашим данным, водитель последнего поворачивал на перекрестке, однако в него вписался Volkswagen, двигавшийся по главной дороге. В результате аварии никто не пострадал. Между тем, участники аварии не смогли найти компромисс, который бы удовлетворил обоих пострадавших и посчитали правильным вызвать сотрудников полиции. Кто прав, а кто виноват в этом ДТП, теперь предстоит выявить стражам порядка. Авария была зарегистрирована и на улице Толстого. На этот раз причиной ДТП стала невнимательность водителя авто. По рассказам очевидцев, женщина за рулем Audi собиралась развернуться, но остановилась посреди проезжей части. Между тем, водитель, ехавший следом Hyundai Sonata, не успел среагировать на маневр автоледи и совершил столкновение. На месте происшествия работали полицейские. Кто понесет ответственность за дорожно-транспортное происшествие, выяснится по итогам дознания. Такая была хроника криминальных событий за минувшие сутки. Напомню, что если вы стали очевидцами пожара, ДТП или преступления, звоните к нам по телефону 56 16 32. Если вы зафиксировали какое-либо происшествие на камеру мобильного телефона, отправляйте материал на WhatsApp 13 региона. Номер видите на экране. Наша съемочная группа находится на дежурстве круглые сутки. С вами был Шакир Умаров. Будьте бдительны и берегите себя.